Всем здравствуйте, бонжур, hello и наш юбилейный привет. Если вы думаете, что мы о юбилее революции, то нет, мы о себе любимых ненаглядных, ведь у нас 30-я программа. Да-да, все ходы подсчитаны. На этом минутка славы закончилась. Поехали! Он сказал «поехали» и взмахнул рукой. Мы на зобу дня буржуем, мировой пожар раздуем. 100 лет русской революции, батенька, чем не повод? Я не батенька, я Надя. Это архи все равно, батенька. Где мой броневичок? Ущипните меня. Но в Монреале вижу своих соратников. Верной дорогой идете, товарищи. О том, что 7 ноября будет революционный митинг, намекало только количество полиции. Но ровно за 3 минуты вынесли флаги и колонна тут как тут. Монреальские социалисты, нужно признать, очень организованы и оперативны. 7 ноября, в канун столетия русской революции, развернули знамена, прикрыли рты серпом и молотом и, на всякий пожарный, надели каски. Портреты лидеров, а теперь это Маркс, Ленин и товарищ Мао, отряхнули от пыли и обеспечили торжественный вынос. Я думаю, что коммунизм это хороший идеологи, но просто у нас практика была плохая с Лениным и со всеми. Les mesures pour la libération des femmes, c'est là que ça a commencé. C'était beaucoup plus libre que même qu'est-ce qu'on offre dans les pays capitalistes ici. Торжественное шествие было эффектным, с флагами и петардами, а вот интернационал пели нестройно. Походили вокруг квартала, покричали «Долой капиталистов и поработителей рабочего класса!» Огни пожгли и хорош! Но все эти идеи уже не впечатляют постсоветского человека с пионерско-комсомольским бэкграундом, живущего в Канаде. Тут нужна песня. Клич пионера, всегда будь готов. Клич пионера, всегда будь готов. Пионеры. Это ужасно. Не то, что не праздник. Это ужасно. Мне было 12 лет, а мне 13. Мама стояла у репродуктора и... Да все мы. Все, да все. А педагоги падали в обморок, когда Сталин умер. Да. Как плакали. Да. Не представляли, как это можно жить дальше. Да, и так и думали, что жизнь кончится. Правда. Ленин просыпается утром и кричит: «Надя, где мои трусы?» Ищут трусов нигде нету. А опять проклятый Бонч Бруевич унес в музей революции. Точно нас всех заберут. А юно-русскоговорящее поколение морщит лоб при вопросе: а кто такой Ленин? Все, что я знаю об Ленине, то, что он поэт. Так бы и забыть про мертвого дедушку, но узкий круг революционеров собрался за красной скатертью с алыми гвоздиками, подтвердив вечное «нет у революции конца». Мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия». Мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин». Я успела побыть еще пионеркой, я вступала в пионеры, но уже в комсомол, увы, не успела попасть. Я хочу сказать об исторической роли вкратце русской революции. Не будь русской революции, чем была бы Россия царская? По моему скромному мнению, это была бы сытая капиталистическая корова. Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Кстати, из пионеров вышел добровольно, по убеждениям. Комсомольцем никогда не был. Не разделял никогда коммунистических взглядов. Смешав в миксе равнополярные чувства, проданную правду и труд за 3 копейки, русскоговорящие монреальцы распрощались со столетием революции, и мы тоже. Ну и пока мир краснел за Октябрьский переворот 100-летней давности, Монреаль весь порозовел. Да пребудет с нами розовая ветка метро. Потому что новый мэр, вернее мэрша, и розовый теперь цвет сезона.
Новость обалденная, новый мэр у нас. Женщину мы выбрали, может, это класс. И подсвечен розовым главный мост Кортье. Да, на нашем острове новшей ждут везде. Станет город розовым, словно яблонь цвет. И в метровой Сайланде будет плохо, нет. Розовую веточку мэр проложит нам. А для тех, кто в трафике, это же бальзам. Не пора ли отдохнуть? Милое шале с русской банькой и без соседей будет вам рада. А наскучит уединение, то рядом лыжная трасса, квебекский аквапарк, отель Деглас, спа-салоны, катание на лошадях и даже наблюдение за медведями. И все это рядом, под Квебеком. Медиа-агентство Acer.info. Разработка стратегий, макета, печать. Реклама на общественных экранах. Всегда поможем. Онлайн и офлайн. А тем временем сообщаем, что на носу большое культурное событие. Премьера фильма Андрея Кончаловского «Рай». Серьезное и красивое кино. Берите детей старше 13 и приходите. Если мы детям не расскажем, то они так и вырастут с канадским пониманием истории. Настоящее кино уже в Монреале. Показ на трех языках 17 ноября. А на предпоказе мы побывали и делимся впечатлениями. Я думаю, этот фильм для всех, для молодого поколения, для взрослых, для молодых. Потому что очень поучительный, интересный исторический фильм. Да. Это фильм даже не об ужасах Второй мировой войны или не о трагедии Холокоста в полном смысле. То есть это все-таки не документальное кино. Это кино художественное, это исследование человеческой природы и исследование той природы зла, которая прорастает в обычном человеке. Человек, вне зависимости от образования или воспитания, это не животное, это люди, которые интеллигентные, и что с ними может стать? Немцы любили классическую музыку, и они понимали культуру, и все, и они могли все равно уничтожать людей без всякого сострадания. «Рай» Андрея Кончаловского называют главным фильмом ушедшего года. И не только потому, что вся грудь в медалях. «Серебряный лев» на Венецианском фестивале номинирован на «Оскар» и более 30 наград. Это серьезное кино о нашей истории, об осмыслении ошибок 20 века и их причин. Равнодушных этот фильм не оставит. Мы же стараемся привозить фильмы, на просмотр которых не жалко потратить, что называется, ни время, ни деньги. И которые могут быть интересны не только нашей русскоязычной публике, но и публике местной, которые нам самим, с которыми нам самим интересно работать, которые нам не стыдно предложить зрителю. Ну и под занавес расскажем о невероятной инсталляции в память о Леонарде Коэне, талантливейшем монреальском певце. Вот она, настоящая народная любовь, без всякого пафоса. Годовщину его ухода отметили светлой грустью в Старом порту, прошла грандиозная инсталляция его стихов и звучали его песни. А днем поклонники собрались у дома, где он жил. Ну и напоминаем, 19 ноября, в воскресенье, приходите на ярмарку народных промыслов. Будут подарки, дефиле и сюрпризы. Подробности на нашей странице. На сегодня это все. Вы смотрели, а мы показывали нескучные новости Монреале. С вами было хорошо. Приходите еще. Всего доброго. До свидания. Увидимся.